Добрый день! Сейчас я вам расскажу. Ну, заметили, что кто меня смотрит, что последнее время я перестал снимать рыбалку. На это много причин, но самое главное, последние 2 года я рыбачил на точке, ну там метров 100, наверное. И вот успешно рыбачил. Наверное, уже год, зима уже начала ощущаться. Весна и осень, точка абсолютно не работает, выбитая. Так называемые партнеры мои, местные коллеги-рыболовы, посмотрели на моем канале видео, посмотрели где, посмотрели чем, как, и все. Все, понимаете, приходишь, стать негде, кинуть негде, тебе мешают, тебе не дают ловить. И самое главное, что самое неприятное, и, собственно, из-за этого я перестал снимать рыбалку. Главное, что им никак не объяснишь, что 300-400 грамм щучку можно, в принципе, и отпустить. Вообще не отпускается ничего, поэтому точка молчит. Там просто некому больше, ничего не вырастает. У меня оно как домашнее животное, они у меня подрастали. Свыше килограмма становились, тогда только я, если что, я забирал. Вот так вот. Поэтому я по факту сегодня плавал на лодке, работала МСФ Рудра от ОСП оригинальная. Твичил я. И Джекал Тригон Ратлин с такой подбородком свинцовым. Он очень хорошо. Косодаковский реплику они выпустили, совсем дешевую. Вот она не работает. Только оригинальный Джекал Тригон Ратлин. Ну вот. Сегодня мне удалось поймать 4 рыбы. Это вот одна такая рыбеха. Вот вторая рыбеха. Вот такая. Вот это вот третья рыбеха. Отпустил, да раздрала себе все на свете во рту. Вот такая рыбешка. И четвертая вот такая. Самая вот это была знойная красотка. Такого стрекача мне сдала. Бедный фрикцион. Вот такие рыбы и такие рыбалки. Современные запрессованные водоемы, современные многолюдные поселки, города, черноземья. Поэтому приходится... Ну, сегодня я плавал по всей речке, поэтому вот так вот.